Самый популярный иностранный комментарий о прошедшем открытии Олимпиады звучит так. «Посмотрела церемонию, я поняла, что ничего не знаю о России». Конец цитаты. И правда, многие наблюдатели отмечают, что представление позволило взглянуть на историю нашей страны под новым углом. Постановщикам удалось избежать китча и стереотипов. Шоу иронично называют самым сексуальным представлением Советского Союза. Иностранные спортсмены на трибунах писали, что им все нравится. Кое-кто с удивлением, видимо, что не ожидали. А некоторые даже шутили, теперь не придется читать все 4 тома «Войны и мира». От комментариев не удержались и прославленные российские спортсмены. Нападающий сборной по хоккею Александр Овечкин написал в Твиттере, что горд за свою страну. Ну а вот такие фотографии разместили в Инстаграме атлеты, принявшие участие в церемонии. Многие снимали происходящее на мобильный телефон или компактную камеру непосредственно во время парада сборных. И, кстати, чехлы на гаджетах у всех команд отлично сочетались с дизайном формы. У американской горнолыжницы Джулии Манкуса смартфон упал, и она выложила в Инстаграм кадр самого момента падения. В комментариях к этим фотографиям восторженные отзывы о церемонии открытия, написанные буквально на всех языках мира.